Друзья, приветствую, на связи Денис. 21 декабря у нас стартует IPO нового формата, IPO 3.0 на PancakeSwap, и первый проект, который залистится в таком формате на IPO, это будет Diviner протокол с их нативным токеном DPT. Более того, одновременно в этот же день, 21 декабря, у нас стартует IDO на другой площадке под названием NFTB. IDO на тот самый проект Diviner протокол, IDO на те самые токены DPT. По факту можно будет поучаствовать и в IPO на Pancake, и в IDO на NFTB, если это будет вам интересно. В этом видеоролике я постараюсь сравнить IFO 3.0 на Pancake на токены DPT и IDO на NFTB на те самые токены DPT. Поэтому поехали разбираться, кому интересно. Перед тем, как я начну показывать различия, буквально в двух словах про данный проект. Итак, Diviner протокол, нативный токен DPT, что это такое? Это игра, это GameFi, это Prediction, это Play to Earn и это метавселенная. То есть это все то, что сейчас на хайпе. И в принципе, по большому счету, эта штука должна помпануть и показать хорошие иксы. Но никто не знает, как оно будет. Лично я верю, лично я хочу, чтобы оно помпануло. Потому что я буду участвовать в IFO, буду участвовать в IDO. Так или иначе, какое-то количество их токенов я куплю. Будем надеяться на иксы. Это те, кому интересно лично мое отношение. Теперь поехали разбираться. Итак, у нас есть вот такая вот статья про IFO 3.0 на Pancake. Есть вот такая вот статья непосредственно про IDO, Diviner протокол на NFTB. В чем главное различие? Мы покупаем одни и те же токены. Здесь IFO, здесь IDO. В чем разница между IFO и IDO? По факту, это что-то, это первичное предложение каких-то токенов на DEX. NFTB это DEX, PancakeSwap это DEX. То есть и там вам не нужна верификация, ничего такого не нужно. Но IDO это именно чистый IDO, а IFO это IDO, но плюс дальше еще будет какой-то фарминг. То есть вот здесь вот в конце в Pancake, когда у нас выйдут эти токены, потом они будут торговаться на Pancake, понятное дело. К слову, сейчас в данную секунду они не пишут прям точного времени, когда эти токены выйдут на торги и будут торговаться. Но как правило, это всегда происходит после завершения IDO. А это IDO у нас завершится в 13.30. Вот здесь вот они пишут 130 PM, но это 13.30, то есть это час 30 PM по UTC 21 декабря. Вся эта движуха у нас проходит 21 декабря, а IFO конкретно начинается в 10 PM, не в 10 PM, это 1 PM. Это PancakeSwap затупил, они в Телеграме все отписывали, сделали пост. В общем, это 1 PM по UTC, Киев плюс 2 часа, Москва плюс 3 часа. И завершение будет через полчаса, то есть в час 30 PM по UTC. Полчаса дается на IFO. После этого, скорее всего, сразу же будет листинг. Я не знаю, пока что они в данную секунду этого не пишут. Как только я узнаю прям про точный листинг, я отпишусь в своем Телеграм-канале. Поэтому, как всегда говорю, подписывайтесь на мой Телеграм, ставьте колокольчик в Телеграме и следите. Все самое важное я всегда там публикую, будете внимательно читать. 99% точно все будете знать. Теперь что у нас здесь? Я отклонился. IFO. IFO, оно у нас листится, мы получаем токены, оно листится. На Pancake мы их можем продать, все хорошо, но помимо этого у нас в конце еще выходят пулы. Давайте я вам сейчас покажу. То есть после того, как данный токен у нас залистится через IFO на Pancake, у нас будет пул, где мы сможем стейкать токены Cake и в награду получать вот эти вот токены DPT. Более того, почему называется IFO Farming, Farming Offering? Потому что у нас будет фарм. Фарм — это когда мы предоставляем ликвидность. В данном случае ликвидность будет в паре DPT BNB. То есть мы фиксируем токены DPT и точно такое же количество к долларовому эквиваленту мы фиксируем в данном случае токены BNB. Вот такую вот пару создаем, ликвидность. То, что мы предоставляем эту ликвидность, мы в награду получаем еще другие токены, в данном случае токены Cake. Вот поэтому это называется IFO. Это называется IDO. Здесь есть какие-то такие штуки или нет? Да, здесь тоже есть. Здесь у нас есть, сейчас вам покажу. В конце у нас будет стейкинг. И давайте как раз по этому стейкингу мы с вами и различия можем тоже посмотреть. Так, пропустил я стейкинг. Вот он, есть. Значит, смотрите, здесь мы можем стейкать токены Cake, а в награду получать токены DPT. А здесь, насколько я понял, мы просто стейкаем токены DPT и в награду получаем сверху токены DPT. У нас будет три пула на полгода, на полгода, на 3 месяца и на 1 месяц. Соответственно, 45 APY, 30 APY, 15 APY. APY это годовой процент. То есть, если 45 APY на 6 месяцев, это мы 45 как бы делим на 2, на полгода. Получается у нас половина. APY это годовой процент. Окей, я немножко ушел в дебри в самый низ. Давайте начнем с самого начала. Наверное, это будет более правильно. Итак, IFO. У нас токен DPT, все хорошо. Какое вообще общее количество токенов у нас будет продано, поскольку это действительно важно? На Pancake их уйдет в разы больше. То есть, на Pancake действительно продадут больше токенов, чем они продадут вот здесь вот на IDO на NFTB. Если говорить про NFTB, здесь нам продадут токенов всего лишь на 150 тысяч долларов,
Или же они еще где-то писали, что это вот 7,5 миллионов токенов. На Pancake нам продают токенов на 600 тысяч долларов или же на 24 миллиона токенов. То есть вот такая вот разница. Но здесь есть прикол в цене. Я не знаю, это правда или нет, возможно, это какая-то ошибка, но вот здесь вот на IDO цена будет на 0.05 меньше. То есть здесь цена токена указана 0.02 доллара за один токен, а здесь цена указана 0.025 доллара. Возможно, я предполагаю, что здесь какая-то опечатка, что-то еще, и цена тоже 0.025. По логике это так и должно быть. Но на сегодняшний день так. А возможно, действительно чуть-чуть дешевле. В любом случае, это не критично. Если дешевле, только плюс. Если нет, то нет. Дальше. Главный принцип. Чтобы участвовать на Pancake, нам нужно держать токены Cake. Чтобы участвовать вот здесь вот на NFTB, понятное дело, логично, нам нужно держать токен их платформы NFTB. Он так и называется, токен NFTB. Но что здесь на IFO, что здесь у нас есть два разных варианта участия, два пула. На Pancake у нас есть пул на 100 долларов в кейках и есть Unlimited пул, где стейкаете сколько вам угодно, точнее фиксируете, получаете аллокацию. То есть вы в любом случае получаете аллокацию на свое количество токенов кейков. Здесь тоже есть два пула. Первый пул они называют приватный пул, второй пул общий пул. На приватный пул они отводят 90% всех токенов, соответственно, от 7,5 миллионов. На общий пул всего лишь 10%. Ну и как можно догадаться даже с этого вот процентного распределения, что приватный пул это там, где нужно много стейкать токенов их нативных, в данном случае NFTB. Это так и есть. У нас есть вот детали приватного пула и у них есть три различных тира. Также если мы перейдем на их сайт и перейдем в раздел Launchpad, оно у них называется многоуровневая модель распределения еще. У нас есть вот тир 1 на 20 тысяч токенов NFTB, тир 2 на 37 500 и тир 3 на 50 тысяч токенов NFTB. То есть, если вы хотите попасть вот это вот число счастливчиков, которые заберут 100%, скорее всего, гарантированную аллокацию, скорее всего, потому что она все-таки будет даваться, кто первый его выкупит, того и тапки, но в любом случае, если это приватник, то вам дается в первую очередь все это выкупить. Так вот, чтобы попасть сюда в приватный пул и распределить 90% аллокации, у вас должен быть какой-то из этих тиров. То есть у вас должно быть по факту минимум 20 тысяч токенов NFTB. Можете в данную секунду глянуть на курс NFTB, посмотреть и как бы вычитать, сколько это будет в долларах, но такая плюс-минус немаленькая сумма. Если есть такая сумма, можете сюда их закидывать. Здесь они дают там еще какую-то годовую доходность, что-то такое. Вы их отсюда можете забрать, и если захотите потом, но если вы их будете забирать отсюда, то в течение 7 дней у вас будет только вывод конкретно из вот этого вот тира 1, 2, 3. Но вы получите какую-то локацию. Какую локацию вы получите, никто не знает. Вот они так пишут, что локация в тире 1 будет известна за 1 час до начала IDO. А локация в тире 2 будет 1.75x от тир 1, а локация тир 3 в 4 раза больше от тир 1. Но тир 1 мы не знаем, за 1 час до начала IDO мы ее как бы узнаем. Еще есть очень важное различие непосредственно в этом времени, не зря мы об этом говорим. Смотрите, они вот прям дают такой вот анонс, где пишут про IFO PancakeSwap и про свое IDO. Все это будет во вторник, 21 декабря, это все круто, хотя бы один день. Дальше, 13.00, то что я и говорил, у нас начинается IFO на Pancake. Оно идет полчаса, 13.30 заканчивается, скорее всего после этого будет листинг, если что, более точно напишу себя в Телеграме. И дальше у нас на Pancake сразу идет клейм токенов, то есть нам отдают все токены. Это тоже очень важно. После этого у нас начинается IDO на NFTB, то есть на Pancake оно уже закончилось, на Pancake мы уже получим свои токены на 13.30, а здесь в 13.30 у нас только начинается IDO и заканчивается у нас IDO аж в 15.30. Здесь IDO у нас будет 2 часа, первый час оно у нас будет для приватников, а второй час оно у нас будет для общего сейла. То есть по факту токены с Pancake мы получаем в 13.30 по UTC, а токены с IDO, с общего пула, именно с общего, я это подчеркну, а в принципе из того, скорее всего, тоже их будет одновременно давать. Ну, в любом случае, все будут участвовать в общем пуле массово, и мы получаем в 15.30. То есть мы получаем на 2 часа позже. И здесь как бы вопрос, ну, а когда будет листинг? И если будет листинг раньше, то, возможно, будет выгодно их сразу слить. А может быть и нет, может быть проект помпанет. Но вот такое различие есть, это тоже нужно понимать. Более того, есть еще одно очень важное различие. На Pancake нам на клейме отдают сразу все токены. То есть мы зафиксировали свои кейки, мы получили какую-то алоку, нам дали на эту алоку новых токенов, в данном случае токенов DPG, на какие-то там 2-3 доллара дали, мы довольны с ними сидим, и мы их забираем. И мы тут же все токены
уверены 100%, которые мы получили с этой локации IFO, можем продать. Вот здесь в IDO такой темы нету. Здесь есть половину нам отдают на TGI, только тоже сразу. То есть половину мы можем заклеймить, сразу же забрать. А половину нам отдадут только через месяц. И поэтому у меня закрадывается мысль, возможно, все-таки действительно здесь на 0.005 дешевле. Из-за того, что они вот так вот поделили пополам. Но вот такие вот правила. И да, у нас здесь есть вот этот стейкинг. В принципе, мы их на месяц можем закинуть в стейкинг, если есть такое желание. Если нет, то нет. Как их закидывать в стейкинг? Вы заходите вот сюда вот. Есть вкладка вот такая вот Earn. Нажимаете Earn. Сейчас у меня все прогрузится. И здесь есть пулы. Есть вот пул токенов NFTB. Дальше идет у них пулы токенов LOT. Это предыдущее их IDO, которое было. Пул токенов WSB, тоже предыдущая IDO, то есть и здесь появится пул токенов DPT. Вот как-то так. Чтобы здесь участвовать, вы коннектите свой кошелек, лучше всего коннектить MetaMask, Trust Wallet коннектится с трудом, с какими-то там бубнами и станциями не надо. Я делаю MetaMask намного проще, лучше. Для того, чтобы участвовать в вот этой всей движухе, вам нужны токены NFTB, как я говорил. Здесь приватный раунд, их нужно минимум 20 тысяч. А здесь на общий пул тоже вам нужны токены NFTB. Но пугаться особо не стоит, здесь нужен всего лишь один токен для того, чтобы просто активировать данное вот это их хранилище. И все это было активно. Вот, зафиксирован минимум один токен NFTB. Он должен быть зафиксирован вот здесь. То есть вы заходите на сайт NFTB, переходите в Launchpad. Открывается эта штука. В данном случае у меня подключен кошелек. Здесь у меня кнопка Stake. У вас первый раз будет кнопка, ну, подключить кошелек Wallet Connect. Потом кнопка по типу Approve. Заапрувить контракт, вызвать, заплатить комиссию BNB по BIP20. И потом кнопка Stake. И вы вот сюда закидываете минимум один токен NFTB. У меня лично лежит вот 2.01 токен NFTB и все. Это значит, что я допускаюсь вот этому, к вот этому вот общему пулу. Если не будет зафиксирован один токен NFTB, вы не допуститесь даже к общему пулу. Дальше. Есть еще одно отличие, понятное дело, в том, как вы будете оплачивать эти токены. Если здесь все происходит автоматически, и вы просто фиксируете токены кейки, потом с этих же кейков у вас списывается какое-то количество кейков и отдают вам новые токены, то вот здесь, в IDO, вы будете платить с помощью BUSD. То есть платежный токен у нас BUSD, и да, помимо того, что вы закинете сюда один NFTB, если вы там быстро кликаете, нету ни ботов, никого, вы реально успеваете это выкупить, а бывает по-разному, бывает, что какие-то жесткие лаги, куча ботов налетела на это общий сейл, общий пул, и вы не успеваете выкупить, а бывает успеваете, по-разному. Предыдущее IDO, я в какие-то заходил, за какими-то просто наблюдал, бывало реально, ну, физически, ну, невозможно было купить в общем пуле, боты все раскупали, а бывало можно было. Условно, последнее вот IDO недавнее, Label, тоже можно было купить, очень многие мои ребята знакомые тоже купили, реально. Перед этим было пару штук нереально, как будет это, я не знаю, здесь никто не знает, но я отклонился. Для того, чтобы купить, вам нужны BUSD, ваши BUSD должны у вас лежать где, правильно, на том самом кошельке, который вы подключили, в данном случае у меня на MetaMask. Вот у меня есть BNB для комиссии, у вас должно быть на MetaMask обязательно, должно быть одно NFTB минимум, которое вы закидываете вот сюда, вот в этот пул, в тир, и должны быть еще токены BUSD, за которую вы, собственно говоря, будете выкупать эту аллокацию. Какая здесь будет аллокация, это тоже никто не знает, но основываясь на предыдущих IDO-шках на NFTB, можно сказать, что около там $5-10. Возможно, вот где-то так, плюс-минус, на это можно рассчитывать. Ну и самое главное, помните, что здесь половина вам отдается сразу после TGI, то есть на TGI, ну, клеймите половину токенов сразу же, после завершения IDO, половину только через месяц. И общий пул, если вы рассмотрите общий пул, то он у нас начинается не в 13.30, он у нас начинается в 14.30 по UTC, плюс 2 часа Киев, плюс 3 часа Москва. Друзья, вот такая вот была информация. С вами, как всегда, был Денис. Ставьте лайк этому видео, если был полезен. Всем пока-пока. Зарабатывайте.